Привет тебе галактического размера от меня и моего друга-телескопчика. Привет. Мы отправились в путешествие. Телескопчик, Карлсон, пираты и, конечно же, Дед Мороз. Новогоднюю космическую постановку в Одинцовском клубе «Активное долголетие» представили артисты театра Натальи Бондаревой. Мы хотим подарить им те воспоминания, которые у них были в далеком-далеком детстве для них, и чтобы они вспомнили те чувства, те эмоции, которые они испытывали в 5, 6, 7, 8 лет. Поэтому сегодня мы показываем детскую сказку с знакомыми им с детства персонажами, с музыкой, с плясками, с танцами. По словам организаторов, создать праздничное настроение для старшего поколения было одной из приоритетных задач, и с этим они отлично справились. Подарить им самое важное, что уже можно, это радость. Радость в их сердце у нас получилась, слава Богу. Вот. Ну и, конечно же, сказка. Сказка, знаете, она же творит чудеса. После поздравлений все участники праздника получили сладкие подарки прямо как в детстве. Впереди еще много сюрпризов. В клубе «Активное долголетие» планируют весело отметить Новый год. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».